Всем привет, с вами Ништярик. И недавно в мае ввели обновление. Это обновление включило в себя возвращение карты Ангар Олимпийские игры 2016, новый пистолет-дробовик, фикс некоторых оружий, ну и там прочие всякие мелочи. Там исправление багов, глюков, вот, ну, в общем, они, вот эти вот исправления, по-моему, в каждом обновлении появляются. Ладно. Ангар Олимпийские игры, прикольная тема, называется Ангар Олимпийские игры 2016, как я уже сказал, но, как вы поняли, эту карту уже вводили в 2016 году, и вот снова ее ввели в 2018 только. Да, но вот хотелось бы, чтобы разработчики вернули карту нефтебазы Евро 2016, чтобы у игроков появилась возможность набить достижение 25 мячей выиграть на карте нефтебазы Евро 2016. К счастью, в 2016 году я набил это достижение, оно выглядит как мячик из жетонов. Да, я знаю, разработчики собираются ввести карту нефтебаза чемпионат мира к чемпионату мира 2018, ну, думаю, будет называться нефтебаза ЧМ 2018, может, поэтому они не ввели Евро 2016, но все же хотя бы на одну неделю ввели бы нефтебазу Евро 2016, чтобы игроки смогли набить достижение. Ну, может быть, они как-нибудь ведут данное достижение, будем надеяться. Также странно, что еще разработчики не вернули коробки удачи Евро 2016, ну, оружие Евро 2016. Ну, хотя, в принципе, мне они не нужны. Ну, хотя, может быть, другим бы хотелось выбить. Ну, может быть, они еще ведут, кто его знает. Как вы знаете, у меня есть уже одно оружие серии Евро 2016. Если вы не смотрели то видео, где я рассказывал, как я его получил, то я напомню, в 2016 году была гонка серверов, и было 24 задания. За 24 выполненное задание, то есть за последнее, давали 10 коробок с оружием серии Евро 2016. И мне повезло. Среди этих 10 коробок, которые мне дали, выпал Honey Badger Евро 2016 навсегда. Вот это, конечно, повезло так повезло. Теперь пистолет-дробовик Taurus Judge. Ну, я не уверен, что я прочитал правильное название, но ладно, все равно. Доведение этой коробки у меня была такая цель. Ну, она в принципе и сейчас как бы осталась. Это выбить золотой дигл. Я вот теперь думаю, стоит ли копить на золотой дигл, или лучше все-таки выбить новый пистолет-дробовик. Стоит ли он того? В группе ВКонтакте открыл голосование, так что переходите по ссылке в группу и голосуйте, что считаете по своему мнению лучше. Также можете еще написать в комментариях. Что же касается фикса оружия, вы сейчас видите на экрану таблицу, как можете заметить, ПП фиксанули, вы можете прочитать, что там сделали. Да, фиксанули оружие за класс инженер. Также еще было улучшено одно оружие за класс штурмовик, это АК-47. Ему увеличили урон до 85 единиц, также еще добавили минимальный урон и улучшили отдачу. И также сделали, чтобы вход в прицел был более быстрым. То есть, вот для меня сейчас самое главное было услышать, это уменьшили отдачу, то есть... Я так понял, отдача будет меньше, но, видимо, не сильно, но я все же потом посмотрю, может быть, все-таки удастся поиграть с этим оружием. Как я говорил, я не могу контролить отдачу этого оружия. Ну, фигово, во всяком случае. Также я еще тут прочитал, что частично улучшено позиционирование игроков, то есть во время прыжков и специальных действий, например, там, подсады, то есть... При вот таких вот моментах бывает телепорт. Думаю, вам это знакомо. Хотя Warface это один сплошной телепорт. И вот тут написали, что их сделали гораздо меньше. Пишут, типа, работа по улучшению системы игры становится лучше. Ну что ж, будем надеяться, что они доведут все до ума. Вот особенно на объекте D17, когда со стороны атаки идешь на план 2, идешь в кишку, ну кишка, в смысле, это место подсадки, а не орган. И когда там подсаживаешься, идешь вперед, тебя может откинуть назад, что, конечно, немного
бесит. Ну как немного, вообще бесит. Я один раз залез, уже начал ставить мину, и меня телепортнуло назад. Я поставил мину фиговенько. Впрочем, ничего нового. Ну, вот такое вот майское обновление, в принципе. Я рад, что начали делать меньше телепортов, стали фиксить оружие. Фиксики. Кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Ну и в общем, я на этом заканчиваю. С вами был Ништярик. Увидимся в новых видео.